Всем здорово, с вами Вайгер, и это новая покатушка. Ну и что вам сыграть? А? Нормально? Погнали. Время без забот тихо опустилось за горизонт, а за ними новый снежный ком делами накрывает с головой. Слышь, время без забот, будем вспоминать тебя через год. Из автомобилей радиовцо напомнит нам о том, что не сбылось. Знаешь, горы пакли, горы пакли, горы по колено, если держишь шаг. Никаких потерь, просто наступает время. Время разложить эту жизнь по местам. Волны по колено, волны по колено, могут и свалить, ой, держи удар. Никаких потерь, просто наступает время. Время разложить нашу жизнь по местам. Время без забот, вспоминая июль, 13-й год. Тикает поездка, южный берег закон. Мы по серпантину нарезаем, как кони, ты слышишь? Время без забот, среди белых скал наш секретный порог. И в эту одиссею прыгнуть прямо на дно. Со скалы на дут и набираю разгон. И волны по колено, волны по колено, волны по коленям закрутил. Просто наступает время, время разложить эту жизнь по местам. Волны по колено, волны по колено, могут и свалить, ой, держи удар. Никаких потерь, просто наступает время, время разложить нашу жизнь по местам. Время без забот, не переживай, не переживай, только что-то упустили, наверстаем потом. Там, где не пройти, пролетим орлом. Ты слышишь? Время без забот. Знаешь, ведь здесь есть свой прием. Короче, катались мы катались, и на этом месте я решил выключить камеру для экономии заряда батареи. И спустя 5 минут мы увидели полицию. Брат успешно свалил, так как он без документов. Ну а у меня мод зарегистрирован, все в законе, поэтому я решил остаться. Здравствуйте. Полиция, старший лейтенант Марсенишин. Да-да. Снимается у вас на мотоцикле. Конечно. Проверка. А что такое? Проверка законности эксплуатации транспортного средства. Согласно пункту 3, статьи 35 закона Украины о национальной полиции. Так, а что ж не так? Конечно, занимаются у вас такое. Конечно. Есть. А можно ваше удостоверение? Конечно. Угу. 102. Угу. Шлем снимите, пожалуйста. Короче, спиртного не вживали на передовую? Може дихнеш. Вроде бы не кашляй, коронавірусу нема. Очі у вас червоні такі. Нормально почуваєтесь? Та нормально. Щасливо. Спасибо. А що ви думаєте? Сказку попали? Ні. Така життя, така життя, така життя, така життя. Короче так, только что остановили меня и... пытались остановить брата, походу, но он куда-то улетел. Я, так сказать, принял удар на себя. Показал свои документы, показал свои права, потому что у меня все в законе, а у брата нету ничего, ни номера, ни документов, нифига, короче. Так, теперь нужно искать брата, потому что он и развернулся на 180 и уехал в посадку или куда там. Что-то я был не совсем... себе, потому что нужно было их пригрузить как-то поболее, но ничего, может быть, их еще где-то найдем сейчас. О, какой-то скутерист, нужно спросить у него, не видел ли.
Привет. А ты тут не бачив, короче, чувак на вайпере синим проезжал, не? Вперед, а. Если что, то осторожно, бо тут мусора есть здесь. А. Так, короче, спросил у чувака, говорит, что брат полетел куда-то сюда. Ну что, будем искать, а? Мы в каком-то левом селе, а у него еще и не работает телефон. О, звонит. Алло, да. Ты где? А где ты сейчас? Телефона нахуй тикать, мені мужик сигнала на машині сміється, той, що ми гавнам. Ти що не бачив? Блядь, їду, думаєте, останавливаюся. Я так і знав, що вони там стоять за углом. Так, короче, договорился о встрече в том месте, где мы были, короче, когда-то катались и стояли там возле памятника, возле камня. Так что я еду сейчас туда. Я на эндуро. Мне можно везде. Да. Если бы я пару ехал, то будет контент. А, ну да. Ты тоже, блин, едешь и понимаешь, что в большинстве случаев на «Жигулях» ездят какие-то утырки, потому что нормальные люди пропускают хотя бы и держатся у правого края дороги. Добро поехал. Тоже, блин, за этих мусоров. Вот какого фига вы поселок ездите? Это же по-любому для того, чтобы просто подрючить малолеток на мотоциклах и поиметь с ним бабличка. Какие-то лохи, блин, позаканчивали там по 9 классов, пошли в школу милиции, потому что их выгнали из ПТУ и... И оно стоит, блин, офигевшее посреди дороги и начинает качать права. Сейчас, кстати, приедем домой, я немного зарядю свою GoPro, почищу память, потому что у меня только на 16 гигов карта памяти. И будем ехать на новую почту забирать моему брату GoPro Hero 7, только Black Edition. Блин, прикольно, там постоянно как их, аисты или как их называют на русском, сидят себе в гнезде. Жарень такая, они и не улетают. Так, вот, короче, я приехал домой. Сейчас я буду менять масло на своем мотоцикле, так как он еще не совсем остыл. И для того, чтобы старого масла осталось как можно меньше, мы будем его менять прямо сейчас. Достаем с девятины новое масло. Так, вот получается, я уже снял защиту двигателя, теперь мы откручиваем сливную пробку и сливаем наше старое масло. Так, вот получается, я уже все собрал обратно, поставил фильтр, поставил пробку, самое главное, сливную. И теперь в заливную горловину мы берем и вставляем вот такую вот леечку для удобства и заливаем примерно 1,1 литра масла. Так, в общем, вот я только что заменил масло в мотоцикле, и сейчас мы едем через село моего бро. Там, кстати, по-моему, были те же самые мусорки, что тормозили меня. Они опять хотели придраться к моему бро, но он удачно свалил. Так что едем туда, возможно, их сейчас где-то там заметим. А вообще мы сейчас едем на новую почту для того, чтобы забрать GoPro Hero 7 Black моего брата. Он тоже будет блогером, так что ждите.
и больше нет ничего. Все находится в нас. Так, вот, короче, мы приехали на новую почту, и сейчас будем забирать GoPro-ху. Так, ну что, вот, получается, мы забрали только что вот такая вот семерочка. Такой... Че, пакуемся, едем? Да. Ну, это Касава, и тоже приборка, там, Мерина, Опелевска тоже стоит. Да, Опелевский, блин. Да. Помогли дедуле завести 99-ю. Теперь едем домой.